Благотворительный фонд «Искусство детям» создан для помощи и воспитания музыкальной и художественной культуры в городе Шахты. Развивая и поддерживая школу искусств в нашем городе, которая на сегодняшний день объединяет все музыкальные и художественные учреждения, фонд помогает в проведении внеклассных и внешкольных мероприятий. Он участвует в обновлении материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса. И фонд не стоит на месте. На сегодняшний день он предлагает новое направление в творческом развитии детей. На базе фонда уже создана детская школа кино, и с февраля начались первые занятия. Дети учатся снимать свои фильмы, добрые, познавательные и полезные. Детская школа кино уже приступила к съемкам своего первого фильма. Самое интересное еще впереди.